сегодня будет мастер-класс из макраме с деревянными шариками. Представляю его я. Я давно хожу в РДКБ, в гинекологию и нефрологию. И там я очень много использую это плетение. Так, лучше всего делать макраме из шнура белого, черного, цветного. Паракорд тоже вариант. Эластичная нитка или резинка. Из него просто можно нанизать бусины на веревочку и сделать обычный самый простой браслет. Бусины деревянные, круглые, любых размеров, видов. Застежки, замочки, колечки по желанию. Тоже используются ножницы, распечатаны схемы плетения. Готовый образец, клей. Если нету никаких аллергических реакций на клей, это тоже можно использовать. И подвески разные. Все будет замечательно. Если у вас в больнице можно использовать ножницы или клей, вы можете их использовать. Если нет, то вы не используйте их. Для работы в группе берется шнур, раздаточный материал, запас бусины по числу детей, запас замочки, клей, ножницы, влажные салфетки, скрепка, зажим для каждого, распечатки выложить на стол. Из макраме можно сделать разные виды плетений, но чаще всего можно и легко, быстро, за 2-3 часа сделать браслет макраме из 1 до 3 рядов бусин. Бусы украшения на шею, бусины на шнуре и браслетики. Это самое лучшее. Вот это самое основное плетение для браслетиков. Он называется двойной плоский узел и используется как в макраме, это в больших изделиях, и в браслетах он будет очень актуален для плетения. В этом плетении очень большое раскрытие, мне кажется, фантазии. И очень просто и быстро делается. Да. Ну, то есть минут 10 еще не прошло, а мы уже его заканчиваем. И вы сможете сделать 15 одинаковых штук. И продать 2000. Да. И помочь волонтерству. Да, веревочка взята была не очень большой, но если что-нибудь придумать. Для куклы Барби вполне пойдет. То есть будет вот такой вот красивый браслетик. Если можно завязать сюда, либо что-нибудь приклеить, или увеличить длину, либо можно на этом закончить, и это будет конечный браслетный результат. На самом деле, как бы, вот я не очень тяжело отношусь ко всем вот этим щепетильным вещам. И вот к чему именно? К вязанию, к плетению, вот даже, ну, в квартале, по крайней мере, это наркодиспансер, у детей больше терпения, и они это все довязывают, нежели я. Вот. Хотела вот, ну, спросить у тебя, как у тебя получается не убежать куда-нибудь от детей и со всеми все довязать, доделать, вот, или научить детей самих это все доделать. Ну, первым это меня движет тот момент, что хочу ребенку дать учение, мысль, познание вот этого плетения. Пока он не научится, я буду себя считать неуверенно, что я вот уйду, и он не бросит это в угол и не спрячется, и не побежит играть вот так вот. То есть я хочу, чтобы он... Я ушла, и он продолжит это плести, и, может быть, завтра сказал бы: мама, я хочу веревочку, ленточку, бусики, и опять вязать. То есть там в гинекологии довольно долго лежат, бывают девочки, в нефрологии тоже, ну, я там редко бываю, бывает.
И я больше на девочек ориентируюсь, чтобы им, именно девочкам дать знания плетения. Если вдруг домашний им никто не дал, либо домашним мало ими занимаются, ну, бывает же такое. Либо, может быть, не было времени, девочка была активной за стенами больницы и не уделяла времени плетению, а вдруг появилась такая возможность. И вот именно знание плетения мне хочется им дать, чтобы они вот, я ушла, а они продолжают, не бросят в угол. Ну, то есть, как бы и материалы мне очень жалко, мне всегда хочется, чтобы они использовались по полной, вот каждый сантиметр. Да, понимаю вообще. Вот. Поэтому вот так вот. Именно это меня привлекает, чтобы не убежать. Трудности именно, когда несколько детей делают одно плетение, и каждый, например, вот у меня не получается, подойди, пожалуйста, помоги мне, а их, например, больше трех, там, 4, 5, 6. Но это уже сложность. Мне помогают, девочки приходят. И, например, если девочка очень маленькая, там, ну, первый класс, например, и она что-то там не получается, чаще всего подходит, если они вот такие бруски делают, самые простые, им очень сложно взять вот этот узелочек, и они просят. И как бы мне хочется рассказать, а узелочек это как-то, ну, я позволяю девочке, которая мне помогает, завяжи ей узелочек, она идет и завязывает ей узелочек. Гордость. Как раз этот узелочек самый главный, если самый простой браслетик. Ну, первый класс, конечно, такой вот им будет самое то. Они обожают собирать, они рассыпают, я им позволяю рассыпать, потому что они потом их собирают, это трудоемкий процесс, типа, ты рассыпал, ты собирай. А это же это интересно, полазить под столом. Ну, это активность какая-то. Поэтому они очень... ну, то есть и рассыпать полезно, и собрать полезно. Да. То есть макраме – это не только сидячий труд, но на самом деле тяжелые подстольные реалии. Честно, да. Вот. А какие вот самые, может быть... яркие воспоминания о поделках детей. Может быть, тебе что-то дарили, или ты видела, как дарили там они родителям, если вы сталкиваетесь, не знаю. Вот. Или нас, ну, вот как бы у меня самые яркие такие впечатления от именно плетения. Это когда мне мальчик сплел такое ожерелье с флажком Супермена. Я вообще не ожидала, и для меня такое прям было, оно до сих пор у меня лежит. Вот, это, наверное, самые позитивные мои столкновения с плетением, потому что я, к сожалению, не могу сидеть и доплести это до конца. Я тоже, честно, очень сложна к плетению, в смысле, мне очень лениво сидеть, вот именно шарф или там свитер я точно не свяжу. Потому что я и беру, например, есть из в ленточках вот эти канзаши. И я, честно, не вытерплю. Я даже их не беру сделать, потому что кусочков много, по 16, по 20 штук. Потом, конечно, ты их клеишь или там связываешь, но, честно, терпения у меня не хватает. Поэтому я беру цельную ленточку и ее уже вяжу узлом. То есть вот так. То есть это самое для меня терпение. Канзаши, да? Канзаши. Насколько я понимаю, это цветы из лент, которые ты режешь по кусочкам, потом ты складываешь. Ага. Ну, как аппликация из лент. Можно так, да, наверное, назвать? Ну, да. Ну, просто если кто-то не знает. Вот, например, как я. А что, ну вот, насколько часто ты проводишь эти мастер-классы и какое количество детей к тебе присоединяется в среднем? Кто хочет, потому что там девочек бывает и 10-15, взрослые уже не присоединяются, это уже переходный, вот эти подростки, они уже типа нет. А если кто-то из них лидер хочет, реально, вот они пойдут плести. Вот. Это уже по желанию, это подростки. Маленькие девочки, они всегда за. Маме, папе, дедушке, бабушке, вот
бегут и падают. Ну, я, конечно, им сразу выбор даю. Вы хотите плести вот такой браслет, вы хотите из ленточек. Ну, честно, поскольку у них глаза разбегаются, они выбрать не могут, поэтому я потихоньку стала, например, либо только ленточки, либо только браслеты, то есть, чтобы им было спокойнее, что они уловили, и мне тоже спокойнее. Потому что каждый подбегать и помогать. Да, то есть... А если в плане подарков, то у меня были только пластилиновые подарки. У меня не было ленточек как подарок. Да, в морозилке сейчас лежит мультик, когда делали года 2 назад. Вот мне девочка попросила сохранить, у меня до сих пор там в морозилке лежит кавалер с дамой. Вот, и возвращаясь к нашей теме, вот как Лиза сказала, лучше разделять на некие сегменты, если вы что-то хотите сделать. То есть определиться самому, что вы готовы сделать с количеством детей, вот, всегда рассчитывать на больше 6, если вы знаете действительно, что как бы, у вас детей много. У нас, например, вот в квартале бывает 3, а бывает 15. И надо понимать, сможешь ли ты сплести 15 одинаковых браслетов за минуту. Вот, потому что времени мало. И это момент еще с материалом. Например, я сегодня принесла мешок. И когда ленточки были, тоже мешок, то есть еще и с физической стороны, где будет тяжело тащить, далеко идти. И с физической стороны, и с финансовой тоже понимаете, насколько вы можете рассчитывать и насколько часто вы хотите это проводить, потому что кажется, что ну вот здесь вот там 160 рублей бусинки, вот здесь вот ниточки, а если учитывать, что количество раздаточного материала в основном на каждую персону там энное количество, вот, на каждого участника, и получится довольно кругленькая сумма. Вот, а плюс так как деткам это очень нравится, они хотят это делать как можно чаще. Вот, потом будут возникать вопросы: а почему вот вы нам не принесли, а вот в прошлый раз принесли. То есть надо как-то рассчитывать и свои и силы физические, и силы финансовые и моральный. Честно, да. Поэтому мы очень ждем, если у вас есть возможность, и будем безумно благодарны, если вы сможете нам пожертвовать какие-то материалы, которые указаны в группах, в разделе «Чем можно помочь?». То есть действительно там нефрология, гинекология, они очень активно делают всякие поделки в виде браслетов, им очень актуально будут шнуры, бусины, всевозможные, наверное, стразы, то есть все, что можно приклеить, тот же самый клей, брелочки, замочки. То есть это очень актуально, и эта помощь действительно пойдет в доброе дело, и потом вы сможете наслаждаться фотоотчетами с вашим пожертвованием, а дети будут наслаждаться своими великолепными поделками или их родные, которым они это подарят. Мне кажется, всегда очень здорово от маленького человечка получить подарок. Я опять же возвращаюсь к своему именитому ожерелью Супермена. Так что, наверное, как-то так. Бывает, и родители тоже присоединяются к детям, вот честно. И дети плетут, и родители тоже. Ой, какие красивые бусики, я тоже поплету, например. И, конечно, деревянные тоже нравятся. Ну, это уже более дорогие по сумме, это керамические. И, ну, честно, они помогают детям, либо делают себе также ожерелье, чтобы и ребенок себе сделал, и они сами сделали. Если они научатся, то они смогут это передать ребенку, и это будет еще вдвойне плюс. Я очень рада, если родители тоже помогают принести. То есть у вас еще помимо, ну, как бы самих детишек, еще родители приходят? Бывает. Вот, если у вас возникает вопрос, что же делать с родителями, которые нависают над ребенком или над волонтерами, вот в данном случае один из выходов — это предложить совместную деятельность. Не бойтесь, все взрослые — это такие же дети. И периодически я, проходя мимо там каких-нибудь лабораторий для детей, там научных каких-нибудь творческих мастерских, там, лепить из песка или еще что-нибудь. Я облизываюсь и думаю, как жалко, что я не ребенок, а уж если мимо детского мира пройти. Вот. То есть предлагайте, если как бы
человек не застесняется, я думаю, он вполне примет участие и поможет вам в какой-то степени, потому что, ну, безусловно, родитель будет проявлять максимальное внимание к тому, что делает его ребенок, и всячески помогать, а это получается минус один. Помогите мне, пожалуйста! Срочно, срочно! Вот. И также очень важно то, что когда дети занимаются такими вот прикладными видами творчества, где задействована мелкая моторика, они, во-первых, успокаиваются, а во-вторых, если у них есть какие-то проблемы именно с мелкой моторикой, ну, это как... это немножко как бы дает какой-то некий прогресс. Понятно, что это не значит, что если они сделали один браслет, то все, они там теперь могут в руках держать ножницы, или у них там не будет трястись ручка в руке. Но это тоже дает свой некий эффект. И как бы знакомая психолог, которая работает со взрослыми, с некими особенностями, она рассказывала, как плетение мандал, это тоже некое, ну, это вид творчества, когда многократно повторяется наматывание ниток на какую-то основу, и вот девушка с ДЦП, это детский церебральный паралич, сказала о том, что она начала чувствовать руку и хотя бы немного ей управлять, именно потому, что у нее было множественное повторение одинаковых каких-то действий, то есть это тоже работает, и это очень даже хорошо и здорово, особенно вот для маленьких детишек и вот людей с особенностями. Вот. Что да, же? И еще этот момент как раз тоже вот мелкая моторика. А есть ли у вас какие-то материалы, которые нельзя ни в коем случае давать, приносить? Ножницы есть, и клей там присутствует, то, что с этим дозволено все. Да, то есть, но если, опять же, повторюсь, если у вас есть, ну, поддерживая Лизины слова о том, что если у вас есть какие-то ограничения в учреждении, всегда все можно заменить. Можно, ну, вот, например, когда мы плели браслет, у нас нельзя клей, мы завязывали узелочки, можно, если у вас разрешено пронести зажигалку, там, оплавить концы, они тоже хорошо склеиваются. Если у вас нельзя ножницы, то можно заблаговременно нарезать, там, что вам нужно, там, определенные длины нитки, там, потом и в какой-нибудь бантик красиво завязать, если нитка слишком большая, там, дополнительные узелки сделать. Вот. Всегда есть выход, и всегда есть какие-то замены. Нельзя природные материалы, там, дерево или камни, ну, там, например, как в детской гематологии и иммунологии Рогачёва. У них нельзя природные материалы. У нас есть большое производство пластмассы. Вот. То есть можно тоже выбрать какие-нибудь яркие, красивые шнурки, яркие, красивые бусинки, все это провести. Да, дети будут в восторге. Вот. Главное найти всегда выход. И он всегда есть. Так что есть очень много всяких вариантов интересных. И также пишите в комментариях, что можно еще использовать или что вы когда-нибудь использовали. И можете ставить ссылочки на свои произведения. Вот, это было бы очень здорово. И также ждем вас в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, где вы сможете следить за нашими успехами. Вот, за нашими ближайшими планами, расписанием. Также как бы, у нас производятся видеотрансляции других тренингов и мастер-классов школы социального волонтерства. Если у вас по какой-то причине не получилось лично с нами встретиться и познакомиться, то можете сделать это хотя бы онлайн. Мы тоже этому будем очень рады и будем очень рады вашим вопросам. Мы делаем это для вас. Вот, поэтому очень важна обратная связь и отклик. Вот. Большое спасибо за внимание. Пока.